Председатель законодательного собрания Сергей Голубев поздравил учеников и педагогов Оленинской средней школы со 110-летним юбилеем. Также в ходе рабочей поездки в муниципальный округ спикер парламента региона принял участие в очередном заседании окружной думы. Традиционно день рождения одна из старейших школ региона отмечает праздником школьного самоуправления. Учителя уступают бразды правления ученикам. Мы нарушили сегодня все традиции и назначили двух директоров. Мы решили посмотреть, справится или не справится. И вы знаете, все-таки справился больше один. Конечно, он устал и не представлял, что бывает такое, что за день директор устает. Но мы показали, как мы устаем каждый день. И педагоги, и директор, и заучи. Руководить целой школой оказалось делом непростым, делится впечатлениями Данила Носов, которому выпало быть одним из директоров. Не открывалась столовая, а нужно было накормить детей. Вот. Бомба была, террористы заложили. Пришлось находить бомбу. Нашли, обезвредили. Украли ключ от школы. Вот. Вот такие вот дела. То есть дети развлекались, да? Да, дети развлекались, а мы работали сегодня. Однако самое главное в этот день для учеников – провести уроки для своих товарищей. Готовились долго и скрупулезно, отмечают педагоги. Но получилось. Когда ребята выступают в роли учителя, они все-таки хорошо понимают, что это такое учитель, понимаете? Они потом сами, побывав в роли учителя, ощущают, что значит труд учителя. Сейчас в школе 451 человек. Учреждение, отмечает директор, имеет все необходимое для того, чтобы учебный процесс отвечал всем современным требованиям, в том числе и лаборатории программирования и прототипирования. В следующем году вопрос уже решен, в школе отремонтируют кровлю. Поздравляя учеников и педагогов, спикер парламента региона Сергей Голубев отметил, что несмотря на круглую дату 110 лет, школа всегда остается молодой. Эта школа всегда со своим собственным лицом. Это и с точки зрения качества образования, это и с точки зрения того внимания, которое уделяется внешкольному развитию детей. И высоко выпускники Оленинской средней школы держат знамя того учебного заведения, которое они окончили. Поэтому всегда приятно у вас быть, всегда приятно смотреть на открытые добрые лица и ребят, и учителей. И очень важно, что вы эти традиции сохраняете, что вы любите общаться друг с другом, что вы радостно гостей встречаете, и у вас много чему есть поучиться. Спикер областного парламента вручил лучшим педагогам школы награды законодательного собрания. Завершилась рабочая поездка Сергея Голубева в Оленинский муниципальный округ участием в очередном заседании окружной думы, где в первом чтении обсудили бюджет муниципального округа на следующий год. Доходы планируются в размере 439 миллионов рублей, что на 33 миллиона выше, чем в нынешнем году. Расход составит 457 миллионов.